Слышу мне и пою имени Господа Вышнего. Воспою, Господи, благодейшему мне и пою имени Господа Вышнего. Возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Воспою, Господи, благодейшему мне и пою имени Господа Вышнего. Воспою, Господи, благодейшему мне. Пою имени Господа Вышнего. Ефесеем послание святого апостола Павла чтение. Ладно. Братья, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Мерьте Иисусиму. И Духове Твоему. И мудрость просил, услышим святаго Евангелия. Мир всем. И Духове Твоему. И святаго Евангелия чтение. И когда входил Иисус в одно селение, встретили его 10 прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». Когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал вниз к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 очистил, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя».